Самичи, Ярик Дид, и я играю в CS 1.6. Да-да, вы не ошиблись, в Counter-Strike 1.6. Итак, давайте что ли начнем, найдем сервер. Я буду играть на армейские звания. Начинаем. Подождем, пока загрузочка пройдет. Я думаю, я загружусь, поставлю видео на паузу, и тогда я продолжу. Итак, мы продолжаем. Заходим за Counter-Strike. Пока мы понаблюдаем, хотя вот, мы уже появились. Пока вы можете понаблюдать, как я играю. Играю, ну, как сказать. Если тут это старше меня люди, то, думаю, нехорошо. Видите, тут люди разговаривают. Чисто просто поиграть. Ну вот видите, я не очень хорошо играю, так что все. Ну вот сейчас это их всех убьют, и мы посмотрим дальше. Записи продолжу, когда начнется новый раунд. Итак, начался новый раунд, и я продолжаю. Итак, извините, у меня были небольшие неполадки с интернетом. Мы продолжаем. Сейчас мы попробуем пойти через эту сторону, через Зигу, как такую так называемую Зигу. Тут два человека пошло, я думаю, никто нас не заметит. Давайте что-ли присядем, чтобы быть более точными. Это не мы попали. Жалко. Очень жалко. Давайте присядем, что ли. Никого не видим пока что. Ну, давай же покажи. И, как видите, опять не я попал. Давайте возьмем калашников, чтобы быть более точными. Пошлите дальше. Давайте побежим через эту сторону теперь. Думаю, так будет немного легче. Вот видите, я одного убил. Вот видите, я могу сейчас в чат сказать и такое, что... Он не ВХ, я его убил. Он не ВХ. Можешь не спорить даже. Видите, террористы выиграли. Вот только не надо агриться на людей, которые хорошо играют. Не надо агриться на людей, которые хорошо играют. Так, смотрите, мы засели тут. Сейчас попытаемся слить кого-нибудь. Давайте сольем. Одного слили. Почему-то у меня вот такая вот штука вся происходит. Ну, я сверху не могу, но не закрыл. Ладно, ничего страшного. Вот, мы калашника подобрали, это очень хорошо. Продолжаем. Так, давайте побежим сюда. Вот видите, я его просто не заметил. Он мне даже хелсов не снял, я его убил. Давайте что ли опять побежим. Я думаю, видео будет минут на 10, на 8, на 9, не знаю. Вот видите, я хедшот вмазал, прям хедшот. Эпик!
кнопку и русскую нажмешь, и получишь весь арсенал. Нажмешь кнопку и русскую, и получишь весь арсенал. Ну, значит, у тебя КС говно. Везде мы заспавнились, побежали вот сюда, как он, как этот человечек через зигу. Будем такими, без глушителя будем бегать. Я думаю, без глушителя будет круче. Видите, меня убили. Ну, пока я 4 поставил на третьем месте. Это не очень много, конечно, но достаточно. Так, ранг у меня 239 из 519. Давайте, когда чувачок на ножах. Побежали, давайте. Сейчас присядем. Меня убили. Непонятно как, но я успел хэдшот мазать. Я смотрю, так террористы так очень хорошо играют, молодцы. Так, мы продолжаем, бежим тут, бежим, бежим, бежим. Сядем, убьем кого-нибудь. Охренеть можно, правда? Я тут материться не буду, в принципе. Такого сильно там. Начинаем раунд. Далее опять какой-то Г. А, мы побежали. Офигеть. Ну, непонятно там. О, дали нормальное оружие наконец-то. Меня тут козёл убивает. Лучше попытаемся мы его убить как-нибудь. Сейчас там может чувачка вынесут. Попробуем убить. Вот, видите, двоих снес. В принципе, очень хорошо. И тут меня неожиданный момент, и меня убивают. Может, хватит друг друга обсирать? Бежали тут, давайте. Читер вообще какой-то. Ну, не читер, я не знаю. Они тут слишком много, нас просто мало вообще. Давайте рифус. По-моему, я только могу взять. Ну, давайте еще побежим. Меня убил. Хэдшот, причем как так возможно? Ну, если он 140 урона, это ВХ точно, потому что так просто не может попасть. Вот, видите, я уже